сделали огромные, люди делали десятки и сотни миллионов чистых долларов. Время такое. Opportunities называется. Ходорковский made a deal with Yeltsin. He got Yukos for 300 millions. And several months later Yukos cost $6 billion. $5 billion for free. Yeah, in around 2002, Ходорковский became the richest man in the world under 40. Путин ощущал со стороны Ходорковского вызов. Путин told him, okay, guys, stay away from the politics. And Ходорковский agreed. And after that he violated this deal. С того, чтобы идти на выборы, да, это не... Этим не завершается процесс построения гражданского общества. А Путин unglaublich hart und emotional. Если бы Ходорковский испугался сразу или сделал вид, что испугался, то, наверное, все бы прекратилось. Делать просто попрошу выйти.